Однажды учитель заметил, что я умею перевоплощаться. Словно у меня есть тайна, которую никто не знает. Я видела ее из окна поезда. А рядом был мужчина. Секунда и все. Это она. Где вы находились в пятницу вечером? В городе. Потом решила заехать к мужу. К бывшему мужу. Насколько я понимаю, исчезнувшая девушка работала няней в его новой семье. Рэйчел, прошу, не вмешивайся. Так чем же вы занимались ночью в течение этих нескольких часов? Не знаю. Будто провал в памяти. Что произошло тогда в туннеле? Скажи мне правду. Вас видели там. Вы убили Меган Хипвелл? Нет. Что привело вас ко мне? Я сама себя боюсь. Девушка в поезде.